Каждое сельское поселение Славянского района по-своему прекрасно. И в поселке Забойском его жители по праву гордятся всем, что их окружает, всем, чего удалось добиться. Мы побывали на замечательном празднике, который здесь прошел в день рождения поселка. Праздничное настроение постарались создать здесь для всех, кто приходил к сельскому дому культуры. Детвора стремилась попасть на надувной батут, а взрослые, это были жители всех возрастов, проходили в холл, где для них была развернута выставка работ местных мастеров и рукодельниц. Вышитые картины, портреты и даже свадебные фотографии разных лет привлекали к себе внимание. В поселке Забойском есть все, что необходимо для хорошей жизни и культурного досуга. В этом уверен глава сельского поселения Сергей Шестопалов. Наше поселение развивается. В нашем поселении на должном уровне санитарный порядок. Стараемся участвовать во всех краевых федеральных программах. Как мы все знаем, уже было освещалось. В 2021 году мы построили прекрасный парк у нас по улице Красной. Сейчас вот пытаемся вступить в программу развития культуры, немного поучаствовать в ремонте здания Дома культуры Забойского сельского поселения. Сегодня также мы с утра проводили, совпало так, что у нас праздник День физкультурника, провели большое мероприятие на нашем стадионе «Юность», вручили памятные подарки ветеранам спорта, поучаствовали в соревнованиях, наградили победителей. Благодаря активному участию в программах улучшается благоустройство, идет социальное развитие. Делу помогает постоянное взаимодействие властей поселения и района. Жизнь здесь, как говорится, бьет ключом. В поселке кипит жизнь, дети рождаются, детский сад у нас наполнен, еще группы открываются, есть работа. Но я считаю, что все у нас замечательно. Конечно, хотелось бы с размахом отметить этот праздник, но сегодня мы скромно попразднуем и в надежде, что в скором будущем мы с размахом его попразднуем, потому что сегодня наши ребята, они отстаивают правду, защищают нас, и мы их ждем с нетерпением. Ну а праздновать-то немножко все равно нужно. Люди хотят немножко собраться, друг на друга посмотреть, поздравить друг друга. Конечно, всем желаю здоровья, мира, благополучия. Председатель совета Славянского района Григорий Литовко от всей души поздравил собравшихся в зале жителей с праздником, отметив, что поселение, которое расположено в одном из самых живописных мест, вместе со всем муниципалитетом отмечает в нынешнем году столетие Славянского района, и ему есть кем и чем гордиться. Он поблагодарил жителей поселения за неравнодушие к жизни своей малой родины. Забойское поселение хорошо развивает. Вот сегодня ваше Забойское поселение, оно раскинулось на берегу протоки, на левом берегу протоки. Одно из самых красивых поселений Славянского района. Конечно же, огромную роль в развитии любого поселения играют люди. И вот сегодня мы вспоминаем всех наших людей, активных людей наших, которые внесли большой вклад в развитие Забойского сельского поселения. Это Жима Деревянов, Солодковский, Забойский, кто делал во все времена нашей станицы хутора процветающими, благоустроенными. Народный хореографический ансамбль «Ритмы планеты» порадовал собравшихся прекрасными танцевальными композициями, которые были посвящены самому главному – любви к своей родине. С чего начинается родина? Начинается со стука в угольных колес и скрядлы, которую в юности
Сергей Шестопалов поздравил жителей и гостей поселения с днем рождения. Самой главной частью праздника стало чествование замечательных тружеников, ветеранов труда, волонтеров, победителей номинации «Лучшая семья» и «Дом образцового содержания». Зал горячими аплодисментами приветствовал своих земляков, которые приглашались на сцену для награждения. Им вручали грамоты и памятные подарки. Концертная программа была разнообразной и насыщенной. Успешно выступали городские исполнители, местные самодеятельные таланты, как умудренные опытом, так и совсем юные. Вот таким интересным праздничным мероприятием забайчане отметили день рождения своего любимого поселка, которому они от всего сердца желают успехов и процветания и делают все, что от них зависит, чтобы добиться исполнения своих желаний. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».